Привіт, з вами Клабманія. Сьогодні у незвичайному ракурсі з вами Діджей Гошва. Запрошуємо вас до нічного клубу «Арена». Сьогодні ми подивимось, як запалює гірчиця український танцювальний шоу-бізнес. Камон! У відвідувачів цього нічного закладу, що вони думають про кохання у нічних клубах? А, було так, було. Які у вас враження? Дуже гарні, позитивні. Що би ви хотіли побажати усім відвідувачам Клабманії? Клабманії, у День Святого Валентина я хотів би побажати, щоб кожен молодий чоловік та кожна дівчина День Святого Валентина зустрічались зі своєю коханою людиною. Чи гаряче сьогодні у арені? Так, дуже гаряче. Какое-то знакомство в виде флирта. Любовь — это понятие более глобальное. Любовь может продолжаться после ночного клуба. Любовь может родиться в ночном клубе, а продолжаться уже она может только в другом месте. Лично для меня нет. А для простого обывателя, наверное, да. Потому что, ну, я как музыкант, как бы первое, если я слышу музыку, которая мне не нравится, но при этом я вижу людей, которые мне нравятся, я могу остаться. Но если я захожу в клуб, и мне не нравится музыка, я разворачиваюсь и ухожу. То есть я такая капризная в этом плане. Но вообще, как бы, если уже люди встретились и полюбили друг друга, или хотя бы там какой-то почувствовали влюбленность какую-то, то я бы им дала такой совет или рецепт. Говорите друг другу правду, ребята. Если отношения начинаются со лжи, там, с каких-то недосказаний, недомолвок, то они закончатся очень плачевно. Я желаю вам всем, чтобы с первого дня знакомства, с первых дней ваших чувств, вы говорили друг другу только правду. Это круто на самом деле, и все будет окей. А, я передаю огромный привет клубной мании. Я сама клубная мания уже много лет. Поэтому всем, кто любит ночную жизнь, ночную музыку, я вас всех люблю и передаю вам привет. Спасибо большое. Мне кажется, формат еще не опознан до конца, потому что там, по крайней мере, так утверждают, что там намешано всего... Все, что отложилось в голове с детства. Ну, вот как вы слышали, у нас в программе были как песни, которые могут звучать на радио, там такие, ну, как бы более спокойные. А в конце у нас был, ну, какой-то там транс, я не знаю, какой-то. Мы не разбираемся в стилях. Мне кажется, это дело критиков, которые этим занимаются.
Ну, на страничке MySpace у нас указано, что у нас есть и хаус-музыка, и лаунж немножко, и экспериментал, и что-то там еще, какое-то электро, всякое разное. В планах есть, мы хотим снять еще одно видео. Ну и над этим работаем, уже есть там какие-то эскизы, все как бы постепенно. Есть какие-то планы, вот мы делаем то-то, делаем то-то, делаем то-то. То есть, ну так, развиваемся. Конечно, любви. Любовь, любовь, и еще раз любовь, счастье. А я хочу пожелать, чтобы каждый человек учился любить прежде всего самого себя. Потому что пока он не полюбит самого себя, то его не полюбит по-настоящему никто. Это как бы то, что я поняла из своего опыта. Может быть, это и не так, но вот это мое пожелание. В производстве музыки группа «Горчица» очень сильно использует современные технологии. Благодаря технологиям получаются все фишки, все вещи. Но мне кажется, что мы технологичная группа, потому что технологии, век развития, они очень важны. Их нужно использовать обязательно. Конечно, все еще в будущем мы будем выступать, потому что... Несколько событий было танцевальных, большая часть музыки у нас все-таки танцевальная и с очень глубокими текстами, со своими эмоциями, и поэтому эти события — это наши события. Мы всегда готовы, мне кажется, рассмотреть любые предложения, и в принципе они поступают постоянно, постоянно что-то рассматриваем, и если нам понравится, почему бы и нет, можем согласиться. У нас в альбоме, который выйдет скоро, будет два ремикса от украинских продюсеров и один ремикс от группы Apollo Fufoti. Вот. Это то, что будет как бы из электронной музыки. Мне кажется, не только. Я не знаю. Мне кажется, любовь, она рождается везде и повсюду, не только в ночных клубах. То есть ты можешь ехать в трамвае, увидеть человека или там идти по улице. Может возникнуть это чувство. А я свою любовь нашла в клубе. В клубе «Кайф», которого уже сейчас нет. Передаем привет Клабмании. Клабмания, привет! Цієї ночі Клабманія була у нічному клубі «Арена». Ніч запалював дуже цікавий сучасний проект «Гречиця», з якими ми сьогодні і поспілкувались. Зустрінемось наступного разу у Клабманії. З вами був Гошва.